Друзья, сегодня мы поговорим о том, как сделать садовую дорожку. Это довольно бюджетный вариант, и сделать такую сможет каждый. В нашем японском уголке не было дорожки. И как же он преобразился всего за 2 недели? Для начала необходимо сделать разметку границ дорожки. Дорожка будет поворачивать плавно. В японском саду не должно быть резких поворотов и углов. Для разметки можно использовать вот такую ленту и металлические колышки. Далее необходимо снять слой почвы по площади дорожки и при этом удалить сорняки. Грунт, полученный после этого, можно сохранить для других работ. У нас есть пока только такая бордюрная лента. В дальнейшем можно заменить ее на более прочную, например, на бордюрную ленту канта. Для установки бордюрной ленты роем траншею по длине дорожки. После установки трамбуем грунт, чтобы бордюр хорошо держался в земле. На утрамбованный грунт кладем слой песка толщиной 2-3 см. Песок также трамбуем. Получается песчаная подушка, которая будет держать на себе плоские камни и гравий. Но перед укладкой плитника нужно обеспечить изоляционный слой. Для этого мы будем использовать достаточно плотный спанбонд, сложенный вдвое. После этого укладываем шаговые камни. Это галтованный плитняк, он более безопасен при создании дорожек. Камень кладем на более устойчивую сторону. И в завершение заполняем пространство между шаговыми камнями гравием. И вот уже сделан первый участок нашей дорожки. А вот как выглядит дорожка уже на следующий день. Друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!